оперативному сотруднику отдела полиции номер 2 Министерства внутренних дел России Якутска Тарасу Тарасовичу Оконечникову. Была утеряна аппаратура профессиональная, съемочная, то есть, несмотря на то, что вот этот аппарат маленький, он снимает на 4К профессионального качества. То есть мы сделали подсъемки и фотографировали объекты и наших персонажей, героев для нашего будущего фильма «Театр Ботура», который мы делаем вместе с театром оперы и балета. Да, то есть там была абсолютно ценная информация, которая была невосстановима. Мы уже попрощались с надеждой вернуть наш архив, но благодаря Тарасу Тарасовичу Оконечникову телефон был найден. Мало того, нам удалось восстановить и архив, и базу данных, что, конечно, повлияет и на качество дальнейшей работы, и на съемки. Поэтому мы с нашим всем творческим коллективом, безусловно, благодарны тому, что все было найдено, все закончилось хорошо, мы отделались таким испугом. Но и главное, конечно, ну, человеческое качество, которое к нам проявили сотрудники. Спасибо вам огромное, да, то есть и спасибо за то, что вы бережете нас, творческих деятелей, как определенных представителей «Красной книги». То есть мы стараемся делать искусство. Спасибо вам. В данный момент в театре снимается фильм «Театр Ботура». Это документальный фильм, именно посвященный закулисью нашего театра, о том, как мы готовим спектакли, как наши спектакли выходят в общество, в открытое пространство, на улицу, как наши спектакли гастролируют по другим странам. Это, ну, такой большой интересный проект, и, конечно, он требует больших таких творческих вложений. Будет сниматься еще, наверное, не год, может быть, даже больше. И мы, конечно, будем ожидать успешной реализации этого проекта.